Ну что, одно хорошо, другое плохо. Там с двух сторон гайки внутри квадрата идут. Отверстие с другой стороны. Планка вот эта приклепана. Чтобы клепки не вырезать, я снизу в этом квадрате просверлю отверстие. И уже смогу подлезть ключом и подержать гайки. Теперь больше сверло. И еще больше сверло. Вот таким образом можно подлазить. Видите, весь трос механизма слетел. Так, вот такой у нас стеклоподъемник фирмы Polkar 9580 PSG2. Это правая сторона. Срезаем вот этот фиксирующую стяжку, я вставил транспортировочную. И вот таким образом устанавливается трос. Прикручиваем его заново. Он идет направляющим, его смазанный. Достал гайку, одна гайка провалилась. Сейчас, чтобы подсунуть гайки, чтобы она не пролетала через ключ, гайка с капроновым кольцом, я вот так вот через тряпочку ее завожу в ключик. Во. Видите, она стоит, я спокойно смогу наживить, а потом тряпочку выдерну.
Все, я подтянул. Теперь выдергиваем ключ и снимаем тряпочку. Второй болтик я тоже наживил. Теперь наживляем нижние вот эти. Отпустил эти направляющие вниз. Сейчас поставим стекло, поднимем вверх, закрутим и потом поставим двигатель. И поднимаем стекло. Все, теперь переворачиваем и крепим мотор. Вот и все. Теперь берем дверку и навешиваем на автомобиль. Заводим проводку. Так, сначала заводим замок. Так, ну что, накинул я дверь. Теперь у нас задача наживить вот эти болты. Спереди я оба наживил. Нижний болт нужно ловить. Поэтому, когда будете наживлять его, шевелите дверку. Глазом там не видно, только пальцем нащупать и уже потом наживлять болт. Здесь-то с этой стороны хорошо все видно, легко, что верхний, что нижний. Наживляем замок. Пока только наживляем. И теперь прикручиваем вот эти по периметру болты.
Так, механизмы замка наживили. Теперь одеваем вот эти разъемы по очереди. И закрываем пыльничек. О. Все, он защелкнулся. Так, и проверяем нашу дверь. Я вот здесь вот тросик на ручку одел. Сейчас я опущу пониже. Вот собачка тросика одел, трос движется. Сейчас я там смажу ее. Литиевая смазка разольная. Мягенько ходит. Ставим фиксатор. Так, вот этот болтик я закручивал, маленько его выкручиваю. И закручиваем его. Слегка его подтягиваем, не сильно. И одеваем вот эту заглушку. Так, пробуем замок. Так, что-то у нас... Механизм плохо закрывается. Регулируем. Установил верхнюю заглушку. Рамку я отрегулировал. Все болты по периметру 9 штук я закрутил. Ставим заглушки. Верхнюю и нижнюю. Эти заглушки я тоже установил. И нижнюю поставил. И верхнюю поставил. Замок я подтянул и дверь отрегулировал. Пришлось рамку немножко погнуть. Закрывается, открывается мягко и плавно. Теперь ставим на место обшивку. Так, защелкиваем вот этот разъем. Все, фиксатор защелкнул. Защелкиваем вот этот разъем. И одеваем ручку, трос на ручку.
Вот она клипса, которую я говорил. Она защелкивается и обратно уже практически редко-редко, когда они расщелкиваются. Меняем клипсы. Все, заменил вот такие вот новые клипсы, установил и вешаем обшивку вот здесь сверху, вот в это место заводим. Все, закручиваем. Два вот сюда винта. И закручиваем два винта снизу. Ну и одеваем заглушку. Пробуем стекло. С водительской стороны работает. С пассажирской стороны работает. Все. Заменили мы дверь. Стеклоподъемник в двери. Все у нас работает. На этом все. Всего вам доброго!